Мышка-трансформер – это тот случай, когда внешность бывает обманчива. Смотришь презентацию на мониторе или на витрину и думаешь, лучше бы ее сделали из сплошного кирпича или даже кактуса. Но потом берешь в руки, два, и влюбляешься в нее навсегда. Такое может случиться с Cougar 700M Superior. Это премиальная мышка из линейки бренда Cougar. Будучи лучшей из лучших в ассортименте бренда, 700M имеет роскошную комплектацию. Помимо нетривиальной упаковки, выделяется наличие 4 грузиков по 4,5 грамма каждый, а также дополнительная спинка, инструкция и наклейки. В отличие от многих аналогов, Cougar 700M не производит первого шокирующего впечатления, так как трансформер он только сзади. Спереди имеем почти стандартную мышку для правой руки. Черный пластик с оранжевыми акцентами и серебристыми боковыми кнопками. Последних всего 4, плюс переключение DPI и колесико чуть выше. Расположение дополнительных кнопок – это одно из основных преимуществ этой мышки. Передняя боковая находится далеко от основной, случайно ее не нажмешь. Но если нужно, легко дотягиваешься. Клац! Бумс! Рядышком сбоку находятся две кнопки дополнительные, вроде высоко, но большой палец легко дотягивается и случайно тоже вряд ли нажмешь их. Ну и наконец кнопка снайпера. Помните, в обзоре Cougar Revenger мы обещали, что 700M будет идеальной для любителей дальнего боя. Это благодаря вот этой кнопочке с нарисованным прицелом. Она находится на подложке для большого пальца, под углом 45 градусов, едва-едва выглядывая. Нажимать ее нужно не подушечкой, а нижней частью пальца. Благодаря этому не теряется хватка корпуса, и тем более вы не нажмете ее случайно. Пара слов о кнопке DPI. Находится она не выше корпуса, но угловатый дизайн делает ее удобной на ощупь. Опускаемся ниже по корпусу и видим ту самую регулируемую часть мышки. Спинка крепится на особой изогнутой арке, высоту которой можно регулировать винтом с широкой шляпкой. Чтобы снять спинку, достаточно нажать верхнюю часть, ослабивая тем самым фиксатор. Изначально Cougar 700M Superior поставляется широкой спинкой, но в комплекте есть и маленькая. Слот для грузиков находится у основания арки и извлекается поддеванием угловатой выемки с помощью ногтя. Поддевать нужно уверенно, так как на месте слот сидит довольно плотно. А давайте заглянем вниз. Здесь мы видим оранжевое основание. Это алюминиевый хребет Cougar 700M, вокруг которого построена мышь. Он обеспечивает прочность конструкции, но при этом не сильно влияет на вес. После описания такой шикарной внешности Cougar 700M Superior, рассказ о ней можно было бы закончить. Но нет, характеристики мышки тоже впечатляют. Итак, лазерный сенсор ADNS9800, максимальное разрешение 12000 DPI, процессор ARM Cortex-MO, встроенная память 512 кБ для профилей, частота опроса 1000 Гц, скорость отклика до 1 миллисекунды, максимальная скорость слежения 150 IPS, максимальное ускорение 30 G. Переключатели, естественно, Omron и кабель длиной 1,8 метра с нейлоновым покрытием и позолоченным разъемом USB. Как и Revenger, 700M поддерживает работу с приложением Cougar UX Software, с помощью которого можно настроить большинство характеристик мышки, включая чувствительность, профили, макросы и даже подсветку. Она здесь, кстати, находится под колесиком, освещая небольшую область впереди мышки, создавая впечатление, что ты управляешь драконом, из пасти которого вылетает разноцветный огонь. Бою мышка великолепна. Как уже говорилось, она не допускает ошибочных нажатий. Но когда нужно, вы сделаете его без особых проблем и затрат. На подстройку мышки под собственную руку может уйти минут 10. Но результат окупится многократно. И Cougar 700M будет лежать в руке так, будто она сделана персонально под вас. Это стандартное преимущество любых трансформеров, и здесь его реализовали отлично. Если для игры вам достаточно кнопки снайпера,
что кнопку DPI можно привести на переключение профилей. Например, сделать два игровых, один рабочий. Хотя одного рабочего и одного игрового, думаю, будет достаточно. Доведенный до совершенства алюминиевый зверь будет верным помощником в киберспорте и рабочих задачах. Мышка минимизирует вероятность случайного нажатия клавиш и увеличивает удобство для любого пользователя, если он правша. Она начинена под завязку и выглядит обалденно. Поэтому компьютерные враги могут надеяться только на вашу ошибку. Мышка их не допустит. Не забывайте заглядывать в описание под видео, если вам интересно глянуть текстовый обзор или то, зачем мышкам нужны встроенные процессоры. Следите за новинками на канале Root Nation, а Дмитрий Варда с вами прощается и желает хорошего настроения. Спасибо коворкингу Толока и вам, мои дорогие. Муа!